Всем доброго дня, меня зовут Елена Башко, на нашем канале мы все рассказываем о Фаберлик и наши маленькие распаковочки нашей семьи, то, что мы уже более 5 лет покупаем Фаберлик и очень любим продукцию и рассказываем то, что понравилось. Присоединяйтесь к нашей распаковке, сейчас посмотрим, что было в этом заказе. Здесь есть и товары по акции, витаминки и совместный заказ. Вот этот мне достался как бонус за покупку, пластыри от влажных мозолей. Периодически все равно туфли осенью или новая обувь у ребенка натирают. И вот такие пластыри всегда с собой. Очень удобненько на их наносить. Видите, они там разной формы. Так, еще заказали мы вот такой куркуму. Это линейка Фитополис, она более бюджетная линейка. И здесь в основном моновосполнение препаратов. Подожди секундочку, мне тут ребенок помогает. Куркума очень хорошо снимает воспаление. В ней очень по составу много и самой куркумы содержится. Здесь и перец черный, который немножко усиливает ее действие. И у меня муж воспалилось колено. Вот мы взяли вот такую куркуму сейчас пропить. И артрофорта. Артрофорта — это смесь масел различных влияющих вот как раз-таки на наши суставы. Можно посмотреть здесь его состав. Линейку Фитополис мы частенько берем. Взяла их по купонам. Мы тратили купоны с 11 и 10 каталога, который давали, мы теперь тратим. Так, что еще заказали? Заказали вот такой бальзам, тоже как бонус за покупку, за 100 рублей. Это бальзам для носа. Здесь, кстати говоря, по-английски. Этим бальзамчиком мы пользуемся, когда болеем. Натирая вокруг сам носик. Очень классно, что не сушит абсолютно кожу. Так, что еще мы заказали? Из витаминок молекулярная линейка Фаберлик. Я уже давно на нее перешла. И вот это вот препарат, это уже 5-я банка за год. Мы покупаем для всей семьи, пользуемся, пропиваем. Снова собственно, ее заказываем, потому что с этим препаратом мне намного легче выздоравливать. Прям, ну, скажем так, гораздо быстрее, в 2 раза быстрее, чем без него. Поэтому в моей аптечке он постоянно. Так, еще заказала вот такой женский витаминно-минеральный комплекс. Заходит осень. Мужских, к сожалению, не оказалось, но женские, слава богу, были в наличии. Пропьем. Муж у меня пока пьет просто усиленную дозировку детских. Так, вот такие вот детские витаминки. Ой, плохо сфокусировалась. Вот. Здесь огромный витаминно-минеральный комплекс для детей. Прям очень большой. Единственное, здесь большие капсулы, как взрослые. Поэтому они пишут хоть и от 3 лет, но деткам маленьким очень сложно. Это либо замешивать. Мы в ложку мешаем со сгущенкой. Съедаем порошком, потому что целиком мой ребенок пока еще не умеет глотать капсулы. И 5 лет она боится вот, поглотить такую капсулу. И немножко сложновато, поэтому мы вот в таком варианте придумали. Потому что сам по себе комплекс очень крутецкий. Так, что еще заказали? Это к совместному заказу. Тюрбаны для волос. Чем они классные? Они очень легенькие, тоненькие. Вот такие много в них дырочек. Волосы не успевают запариться. Это очень здорово их предохраняет. Вот таких 2 тюрбана. Дальше еще в совместном заказе у нас был бальзам. Это серии Salon Care. Это бессульфатная серия. Кто любит, для меня бессульфат немножко мягковато. Поэтому я, ну, не все серии я пробовала, конечно, из этой Salon Care, но мне кажется, что для меня не подходит. Так, липовый цвет, гель для душа. Обожаю эту линейку, это народная линейка, как мы ее называем все. Здесь 95% натуральных ингредиентов. Есть и шампуни, и гели. Они очень бюджетные, большие по формату. Это с опросов производили линейку, когда консультанты, покупатели по почте отвечали на опросники. И из этих составов, чтобы хотели мы видеть составы их гелей, чтобы мы хотели в составах кремов видеть или шампуней. И на основе опроса составляются вот такие народные у нас линейки. Также, кстати говоря, это совместный заказ с селениум. Он очень хорош для поднятия иммунитета. И очень еще хорош, оказывается, для щитовидки. У кого есть проблемы с щитовидкой, то у меня нехват йода. Я всегда пила, просто восполняла йод. А оказывается, еще был очень мне необходим селен. Я сейчас его активно пропиваю, периодически, даже чаще, наверное, чем нужно. Просто потому, что из пищи в нашем регионе не достать его, и сам организм, естественно, такой не производит вещество.
Также очень классная акция в этом каталоге была, уже на летом повторялась такая, на зубные щетки. Покупаете одну, покупаете две, и третья у вас идет в подарок за 1 рубль. Очень люблю такие акции, я всегда участвую. Кстати говоря, вот эти силиконовые щетки никогда в жизни не приобретала. Но столько за этот год слышу отзывов, что они просто до скрипоты вычищают. И такие очень классные и удобные для чистки, что решила попробовать. Вот, один у меня уходит совместный заказ, и вот получается, одну я заказывала и одна в подарочек, как раз сменить щеточки. Далее, как бонус за покупку старые форматы, маленькие, сейчас о большом формате идет кислородная зубная паста, а старые форматы идут просто за 3 копейки. 59 рублей мне обошлась такая зубная паста, в них не так много сладостей, я очень люблю, уже 5 лет пользуюсь и такими, и экспертом серии, и серии... Камигаги мне очень сейчас нравится, японская серия. Вот, в общем, паста Faberlic рулит. Мне его не больше нравится. Я уже обычными как-то покупаю, просто не могу чистить, потому что это сладость, ужасная мята. Мне все перебивает, и мне кажется, что, не знаю, что-то у меня не в порядке со свежестью во рту. А здесь очень хорошо и долго держит. Ну, в общем, вот такую пасту периодически на пока бонусы я всегда приобретаю. Так, еще пришел у нас витамин D3, масляный раствор. Сейчас уже давно все говорят, что водный раствор очень вреден для ЖКТ деток. Поэтому масляный раствор самое то. Мы принимаем, так как витамины еще, нам хватает, в принципе, две капли для ребенка 5 лет. Как профилактику сейчас, да, и плюс витаминный комплекс, либо иммунный комплекс, мы постоянно что-то принимаем, пополняем вещества, потому что ребенок у меня малоежка. Так, термотушь заказала, выходила не так давно летом термотушь, заказала ее для своей мамы. Вот так она выглядит, там силиконовая прикольная такая щеточка. Мне не очень она зашла, просто потому что я люблю наслаивать, много раз там прочищать, не знаю, прочесывать реснички. Мне кажется, что это прям схватывается моментально, но держится классно. Мама у меня в восторге от нее, и теперь вот только ей пользуется. Тоже мы взяли как бонус за покупку, по-моему, 147 рублей или даже дешевле, я не помню. Так, еще заказала чистящую мусс-пасту. Ее было две, одну уже отдала. Была акция два продукта из серии Суюн по специальным ценам. Я заказывала и капсулы для стирки, и порошок, и кондиционер. И вот такие мультипасты. Мультипасту я распробовала раньше, она мне не очень нравилась. Сейчас я ее распробовала и чищу ей плиту, раковину на кухне, ванную чищу, краны чищу. В общем, она очень такая мягкая, классная, и чайники. Вот. Кто-то чистит, я знаю, подоконники еще вот цветочками, когда остаются следы. Так, еще у меня совместный заказ вот такой по распродаже. Это была акция распродажа. Были дуршлаги, раскладной большой и вот такой маленький. У меня такой маленький тоже был. Он прям такой раскладывается, такой кошечек. Очень удобно для каких-то маленьких порций или, не знаю, даже что-то промыть, зелень, гороха и прочее там. Так, это сюда. Дальше сейчас покажу еще. У меня сегодня без штатива съемка. Заказала себе еще мастоп. Уже давно мне прописывает врач. Вот мне прописывали индинол, но он стоит сумасшедших денег. И мой врач очень хороший узист, и она врач-гинеколог прекрасный. Она сказала, что это просто ерунда и выброс денег, и далеко не факт, что вообще как-то сработает. У меня миома и... Конечно же, как у многих, там полипы всякие разные вылазят и прочее, прочее. После родов женщины, я думаю, поймут, что воспаления периодически у нас какие-то возникают, и возникают уже проблемы с возрастом. После 35 постоянно что-то вылезает. Вот мастоп, он направлен на то, чтобы как раз снимать воспаление по-женски, рассасывать вот всякие инородные, скажем так, все, что у нас там вырастает. Но это больше направлено на грудь. Конечно, на молочные железы, на рассасывание кист в молочных железах. Но очень хорошо влияет и на то, когда у вас что-то вырастают кисточки или что-то еще. Миомы, полипы и прочее по женской части. Поэтому мне порекомендовал мой врач попробовать вот такой бюджетный вариант. И я перешла и буду пробовать. Не знаю, пить надо полгода как минимум. Это несколько банок мне придется выпить. Но отзывы шикарные. Насколько вот я уже не первый год я их читаю. Читаю. Сейчас решила его взять, попробовать на себе, как это будет.
Так, у меня еще здесь есть детский заказ. Это детский шампунь, бальзам с, что это у нас, клубничка, по-моему, да, он такой розовый, перламутровый, мне ребенок обожает его. Прям такой запах классный, да? А, да, детская зубная паста с бананом без фтора 3+, мы заказываем, она без красителей, без всего. Тоже мне ребенок очень нравится, ей нравится вкус, потому что покупаем иногда, потом покупали, я уже забыла последнюю, какую пасту мы покупали, но вкус очень сильно не понравился. И фирму забыла просто. А, так, и детский гель для интимной гигиены с персиком. Подмывалочка для деток. Очень даже классная. У нас тоже уже одна закончилась за полгода. И вот купили еще одну. По купонам пришла еще вот такая мицеллярная вода из биомики. А, восстанавливает pH нашего лица. Микробиома нашей кожи. Давно я хотела попробовать, вот стали выводить биомику, я решила ее закупать, называется. Третий шаг у меня из карбокситерапии, тоже по купонам. Первый, второй шаг у меня есть, а третий у меня как-то все время эта маска улетает. Я ее и помимо процедуры тоже использую. Очень хорошая процедура, насыщает кожу сначала углекислым газом, потом открывает доступ к кислороду, и свежий тон, ровное лицо, в общем, полезные вещества. В общем, целая процедура с ним идет. Ее нужно правильно выполнять пошагово, и ваше личико будет просто вообще сиять. Это карбокситерапия, аналог, можно сказать, салонная процедура. Еще моим, конечно же, любимым дигидрокверцетин АЦЕ. Он идет не только для сердцев, сосуда, для, если у вас вены, расширение вен, если у вас геморрой, если у вас проблемы с бронхами, легкими, если вы болеете, это тоже все очень круто работает. Вот этот препарат у меня тоже уже не первая баночка. Так, еще такой красивый пакетик. Это у меня подарок. Мы хоть еще и в садике, но 1 сентября часто воспитателям все равно поздравляем. Здесь у меня осиул по купонам кушон. Он подстраивается под тон кожи, поэтому легко можно подарить, и человек всегда подойдет, потому что подстроится под его цвет. Не нужно там ломать голову, подойдет, не подойдет оттенок. Осиул очень увлажняющий, кушон тональный. Я обожаю вообще кушоны. Я перешла сейчас на коллаген. Для меня подходит нейтральный бежевый оттенок, и поэтому я люблю очень его. Но Асиул тоже очень крутой. И тоже здесь у меня термотушь. Вот такой у нас милый небольшой подарочек. И для себя еще подоказала Next Level. Это теперь моя любимая тушь, наверное, за последний год. Я вот пользуюсь в основном ей. Очень она хорошо разделяет, и красит, удлиняет, и объем дает. Мне кажется, есть в ней все. Все, что только можно. Не помню, как она называлась, то ли эффект нарощенных ресниц, то ли эффект... да, эффект нарощенных ресниц здесь написано. Вот, но, в общем, очень круто красит. И выходит там буквально мне всегда в районе тоже 100, 147 рублей за тушь. Ну, это просто прекрасно, да, можно менять ее чуть ли не каждые 2 месяца. Мне хватает на 3-4. Потом она уже подсыхает, и я просто меняю пузыречек. Так, ну вот такой у нас, вот такой интересный у нас заказик получился. Всем спасибо за просмотр. Полезные ссылки будут под видео в описании. Если кому нужна скидка 20% и мое бесплатное сопровождение, пожалуйста. Также проходите по ссылочке, оформляйте себе скидку, участвуйте в наших акциях, распродажах, купончиках, мега-акциях. В Фаберлике очень много всего выгодного. Ну и также пришел еще новый каталог. Он будет действовать со 2 сентября по 22 сентября. Здесь у нас есть на страничке на последней мега-акции. Можете получить себе с заказом такой же каталог, посмотрите, участвует в розыгрыше призов. Также будет выходить новый аромат. Я бы сказала, что он больше летний, но почему-то выходит к концу лета. Он такой зеленый, легкий ароматик будет и недорогой. И вот, кстати, на обратной стороне подарок первому покупателю 500 рублей за первый заказ. Это очень здорово, выполняйте условия. Со вторым заказом вам начисляется в личный кабинет 500 рублей. Вы ими также пользуетесь для оплаты заказа.